Слэм! Yes. Ilottajaksi Matalo Ryksi ja taistaa. Miten tämä jatkaa? Riku Urhulin, Grappling Team of Pori. Ja seuraava matsi, Matalo Ryksi, The Mech Nets, Natural Number 1, is the semifinal in the under 88.3 kilogram elite. Sato Purke against Janne Autio. Ja sanotaanko täällä nyt sitten, että vanhat kilpakumppanuksetkin kohtaavat täällä Matala numero 1. Sinisessä kiissä Janne Autio ja valkoisessa kiissä Sato Purke. Блин, не знаю, кого снимать. А он вообще, по-моему, не делал нахуя. Я тут даже могу поплюхнуться. Я Матала Мернелия. Тава тут тела. Мерки Мюэса. Мартин Аарта. Тоста. Тера. Тила. А двое он надо тут. Алан Адуо Насиметто. Сразу отпали вопросы, кого снимать. Ну, я читал, они письмо прислали, что у них рекордное количество в этом году, 400 человек. Так здорово, че. Ну да, вкусно. Это не СТБ Open. А сколько много было на этом? Блин, Саша говорит, что 100, но я насчитал человек 65. В общем, да? Ну, реально, которые стояли и слушали объяснение правил, было 65 где-то. А Саша говорит, что было в районе сотни. Ну, сколько еще каких выбор было? Да нет. Да. То есть это как-то. Я не верю, что 100 человек было. А ты много не выбрал? Да, что-то не было. Который выиграл в этого Вадима потом? Ну какого Вадима? Ну нашего. Какой? Ну маленький такой, 75 килограмм. А. Маленький, но сильный. Блин, стоят так не с тем. Прям только красавец. Твои вкладки все, блядь, обнижены. Ой, слушай. Я знал фильмы с такими грустными лицами, там, я в последнем финале, нахуй, блядь. Типка выиграл. Вот Матала номер 3. Winner by choke on Matala номер 3. Тони Ханта, Хельсинки, Гиксет, Тони Кушко.